Ну, сегодня, наверное, у каждого человека, который сегодня получил из рук главы нашего ведомства столь высокие звания, полковник, переполняют неповторимые эмоции и чувство радости. Это не только почет, но и высокий груз ответственности, который возлагается или ложится на плечи всех, кто сегодня стоял в строю. Ответственность за еще более качественное выполнение задач, стоящих перед нашими подразделениями, ответственности за наши коллективы, за наши семьи.